Армении не будет ни одного факта, который будет утаен. И еще раз хочу выразить искреннее соболезнование братскому, любимому, великому народу Армении. Это страшная трагедия. К сожалению, преступники есть в любой нации и в любом народе. Спасибо участникам и зрителям программы. Встретимся в четверг. Спокойной ночи. С вами был Владимир Соловьев. Сказали, что будет провокация, да, после которой они начнут войну, которая будет использована.